Красота. Все, пообедаем под дубом и уедем домой. Какие тучи. Пришел муравей к нашему столу. Ходит, ходит, нечего ему поесть. Потому что мы уже пообедали. Думаю, дай я ему, дай-ка я его угощу. Угостила его сыром. Он сначала пустился на утек, а теперь он что-то с удовольствием его то ли ест, наверное, ест. Сначала решил наесться сам, а потом потащить своим друзьям. Ну, близко приближать я не могу, камера, наверное, не позволит. Да, дальше уже нельзя. Сначала он сбоку его тут покусывал, теперь чего-то уселся. Ну, интересный. На самом деле он большой, только камера его так не возьмет. Крупно. Что же он делает? Наверное, кушает. Да, проголодался. Несчастный. Сумел же на этот столик забраться, на этот стул. Ну, пусть ест, пока мы тут сидим. Потом я его на листик посажу. Продолжает. А может быть, он решил ее, наверное, наелся. Угу. Ну и что? А может, и не наелся еще. Вырастет большой-пребольшой муравей. Угостила муравья сыром. Сыр называется Черный принц. Не Черный принц. Ну, голова круглый такой весь. В воске. Какой-то бобровский, что ли? А, ну этот сладковатый. Черный принц даже лучше. Черный принц вообще очень... Белорусский. Не было, ну ладно. О, муравей как старается, как наш котенок Джим. Тот все сметает на своем пути. Только дай. Этот муравей забыл, что у него есть родня всякая, сам кушает себе и не пытается его утащить никуда. О как. На самом деле крупный муравей. Может, пошел за подмогой пригласить кого-нибудь. Ну, посмотрим немножко потом. Некогда было ждать этого муравья. Мы уезжаем. Мы его оставили. Вечер.